Вопрос о том, когда возникает аутизм, до рождения или после рождения? Вот из нашего опыта достаточно большого. Анадан оланда мы ушах аутизмля доглур, юхса анадан оландан сонра эмеле гелер, бун суалны джавапландырачак. Бывают и такие случаи, когда причины закладываются еще до рождения, во внутриутробном периоде. И первое, ну, можно условно разделить на три группы. Первое – это причины, которые произошли до рождения ребенка, вот как вы спрашивали. Это различные внутриутробные поражения, например, вирусами, к примеру. Либо, ну, еще там много-много разных факторов, которые повреждают плод. Извиняюсь, я скажу. 2020-де доғылып, да, ұшағымыз. 2020-нің вирус фәсадтарына yолықмақ В 2020 году родился. Могут ли быть причины именно те последствия, которые тогда были, вирусы? Вирусы всегда различные причины, по которым может заболеть мать, это передастся ребенку, они всегда есть. Это не связано с каким-то конкретным годом, это может быть все что угодно. İlla yani onun mehzbeyi olmaz. Virüs her ilde var ve это не зависит, по-моему, от года. Из нашей практики нет какой-то такой зависимости, что именно в этом году были какие-то там причины общие. Больше нет. Процентах это в рождении или же после? У нас нет такой статистики, к нам приезжают дети. И с такими причинами, и с другими. И причем во многих случаях поражение, оно комплексное. К примеру, ребенок в результате каких-то причин ребенок оказывается до рождения оказывается уже изначально ослабленным. И когда он рождается, вот он больше подвержен разным травмам, которые могут потом произойти. Это может быть и родовая травма, это может быть и потом через какое-то время тоже, например, переболел какой-то болезнью, например. За счет того, что он уже изначально был ослаблен, вот и происходит вот это поражение. Факторов может быть очень много. То есть может быть и внутриутробное какое-то поражение, и во время родов какие-то проблемы, и через какое-то время после. Мы встречали и то, и другое, и третье. Причем очень часто эти факторы, они сочетаются. Нельзя однозначно с точки зрения нашего опыта сказать, что причина только в этом, вот и все. Всегда все. Спасибо вам. Əziz tamaşaçılarımız, David bəy söyləyir ki, səbəblər müxtəlifdir. Bu illər ərzində siz bilirsiniz ki, David bəy 20 ildir, artıq 20 ildən artıqdır ki, həyat yoldaşı Yosifa xanımla bərabər Yerusalimdə yerləşən, İsraildə yerləşən bir David mərkəzinə rəhbərlik edir. O mərkəzi yaradıblar, təsis ediblər və artıq dünyada məşhur olan insanlardır. Həqiqətən bugün biz azərbaycanlı olaraq bizim üçün bu bir hədiyyədir ki, onlar Azərbaycana gəliblər, müəyyən müddət Bakıda yaşayacaqlar və əgər bizim valideynlərimiz dünənə qədər İsrailə getmək, bilirsiniz ki, İsrail bahalı dövlətdir, Yerusalim bahalı şəhərdir, orada getməyə 2 ay, 3 ay orada siz getmişsiniz də tələbəvdə olmuşsunuz. Bahalı bir şəhərdir, orada gedib 2 ay, 3 ay bir ev kirayə eləmək və yaxud oteldə qalmaq, uşağı hər gün mərkəzə aparmaq, gətirmək, bilirsiniz, bu bir ailə üçün doğrudan da böyük məbləğlərə gəlib çıxır. Amma bugün onlar Bakıdadırlar və siz sadəcə olaraq övladınızın o məsrəfləri qoyursunuz kənara, əyləşirsiniz şəhər nəqliyyatına, birbaşa gedirsiniz mərkəzə.